Ульяновск и Челябинск связывают давние партнерские отношения. Первое соглашение о сотрудничестве стороны подписали еще 27 лет назад. На данный момент регионы готовы развивать кооперационные связи. Речь идет не только об экономике, но и взаимном развитии спорта, культуры и туризма. Поэтому соглашение торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной деятельности обновили. Свои подписи поставили губернаторы Алексей Русских и Алексей Текслер. И действительно, у нас очень много компетенций общих, где мы можем быстро достаточно друг другу помочь. Например, в автопроме одно из самых важных направлений – это компоненты. В чем-то мы сильны, в чем-то Ульяновская область сильна. Я уже знаю, что есть вот за вчерашний день достигнутые договоренности по взаимным поставкам. Все знают автопром Ульяновской области, ну и, соответственно, у нас тоже Уралас и не только. Делегация региона побывала на производстве электрооборудования НПО «Электромашина» и оценила мощности промышленного технопарка ЗЭМ. Группа компании «Митран» представила измерительное, аналитическое, метрологическое и регулирующее оборудование. Предприятия обсудили возможные варианты взаимодействия. Хочу сказать, что уже сейчас можно сказать, что наша бизнес-миссия, она уже удалась, уже есть новые наработки, которые выявились в результате переговоров, которые прошли вчера, сегодня проходят. Уверен, что будут новые контракты, которые в конечном итоге хорошо скажутся на экономике как наших предприятий, так и предприятий Челябинской области. В Фонде развития предпринимательства Челябинской области «Центре мой бизнес» презентовали наработки промышленных предприятий двух регионов. В целом за два дня более 50 компаний готовы сотрудничать с Ульяновском. По итогам переговоров заводы Челябинска заинтересовались ульяновскими станками, датчиками давления, композитными изделиями, кабельной продукцией, светильниками, системами отображения информации и металлорежущим инструментом. Анна Тищенко, Управда ТВ.